Письмо номер 10. Дядюшка Кармингтон готовился к балу и расставлял стулья. Угу. Скажи, пожалуйста, между какими героями стулья он поставил близко друг к другу? Между фрейлиной, принцессой, курьером и королевой Турин. Да, между ними расстояние получается какое? Полтона, да. И он поставил стулья по формуле. Расскажи, пожалуйста, формулу мажора. В музыкальном государстве свой язык чисел. Да, покажи, как мы считаем до 8. Дядюшка Камертон учит нас играть мажорную гамму. Расскажи, как мы ее играем.